Да, и вот в этом ките-то он хотел разрезать продолжение, ролик 2. Брюхо, а потом понял, елки-палки, если я его разрежу, это брюхо, то есть уйду рано от антидепрессанта, он вроде как не работает, от микродозинга, да? То куда я? Я в океан попаду, в океан тревоги, депрессии, да, опять, и я помру? Нет, давай-ка будем посмотреть, что. И начинает молиться. Молиться, становится чище. Иов, Библия, заглоченная китом. Про образ есть сказка «Красная шапочка». Это вот детское такое описание, когда, ну, волк набрал в себя очень-очень всех многих, да. Потом помните вот этого дела. Так вот, и он начинает молиться Богу, то есть прорабатывать свои какие-то отношения, понимания себя. И Бог заставляет кита этого доплыть, потому что это вот видит святой человек, ёпарасете, до этого города причем, да, до берега. Кит плывает к берегу, Иов выходит. Более того, а так как он стал лучше сам-то по себе, изменился, стал святым человеком или проработал с собой все свои страхи, проблемы и так далее с помощью микродозинга, идет в этот город, да, и делает такую нахрен проповедь, что все просто глохнут. Он им говорит: вас мой царь, ну, просто убьет вам все, в МШД, вы что творите? Вы что творите-то, дорогие друзья? Вот. Что они на самом деле проникаются, а царь, более того, сухой пост устраивает, то есть без воды даже. Они все очищаются, каются, принимают Бога единого. То есть свою новую какую-то личность. Ведь в Библии все психотерапевтически, зря не читаете. Просто надо мыслить чуть по-другому. Не как наши мои коллеги бородатые в рясах. Вот. Им бы психологию почитать, чтобы на современный язык переложить. Это же все вечное, да. Психотерапия не нужна, книги, если ты Библию хорошо знаешь. Там же все есть, и манипуляции, и НЛП, и управление, и когнитивно-поведенческая терапия. Ну все, и гештальты завершенные, и незавершенные, как это делать. Вон. Так вот, и они принимают тоже этого Бога. И в общем, короче говоря, царь, Бог, их не этого Иова не уничтожает. Тут я, кстати, чуть запомнил, то ли Бог его, по-моему, его Бог, а не царь даже послал Иова. Вот, а он не хотел ехать. Да. Ну, неважно, это нюансик, да? И Бог хотел наказать этот город. Бог. Он работал с Богом, то есть со своим бессознательным я, скажем так. Прошу прощения, ну, неважно, суть поняли. Вот. И вот... Понимаете, что это за грибок? С мухомором то же самое и произойдет у вас, если вы даже один будете принимать микродозинг. Прорабатывать себя, и как и в юнгианском анализе, например. Бабушка развелась, разводится с дедушкой, да? Ходит к психотерапевту, или там гештальт-психотерапевту, не суть. К очень хорошему ей помогает это. Она меняется. И удивительным образом внук, который был разгильдяем каким-то, плохо учился там, он начинает учиться лучше. А он успокоился. Энергия бабушки, энергия успокоения, любви, меньше крика, скандала в семье, идет и на ребенка. Ребенки наши очень чувствительные. Наши маленькие обезьянки, они вообще очень пластичные. Вот и все. А вы хотите, чтобы в пробирке с водой сразу что-то такое произошло? Нет.
произойдет главное. Главное, ты станешь учеником в конце. В конце, да? Ну, еще круче, потому что все-таки в мухоморе это не просто вода. В этом микродозинге у него, конечно же, есть определенные вкусные биологически активные вещества, психотропы. И не только, не только. Но если он сушится после 42 градусов, остаются по преимуществу психотропы, а другие, конечно же, вот хиноманоза, ее часть есть, там небольшая, в лисичке больше, против лямблий, листов, она умирает после 42 градусов. Получается неэффективно по этому вопросу. Ну, как яйцо сырое. Сварите белок, какой будет, правильно. Назад его уже не вернешь. Тем более, я не знаю, зачем вот этот смысл рекомендации. Берете сухой мухомор, высушите 40 градусов обязательно. И вот, и завариваем 90 градусов обязательно. Настаивается. Ну зачем тогда ты сушил 40 градусов? Ты ж убил все этим завариванием. Дядь, ну, прежде чем лезть в интернет и давать советы мирового значения, ты хотя бы физику повтори. И биохимию, биохимию 11 класса. Посмотри. Ну, посмотри. Нет, все что читают, где учились. Ну, наверное, точно не в моей деревенской школе. Наверное, в Москве где-то. Это правда. Молодцы, молодцы, ребят. Другой угол зрения, видимо, на органическую химию и на физику. Не спорю. Кто не без греха, пусть первый бросит в нее камень, да? Поэтому, ну, как осуждать? Как говорится, я пыль под ногами коней Тамерлана. Так, ладненько. Так, вот этот мухомор, раскрывшийся, маленький, почему? Холод. Холод. Вот, желтоватый, солнце было. Мускоруфина тут нет, он будет меньше раздражать слизистую желудка, кстати. И он будет более такой удобоваримый. Но в настойке только красный, потому что этот мускоруфин нужен в местных применениях. И в косметологии. Такую же настойку не идет. А вот видите, плохой. Вот это хороший. А это уже высушило, потом водой наполнило, потом опять высушило. Да ну, это вообще какая-то. Хоть он вроде как и такой полусуховатый, но не надо мне его. Ну все, давайте, ребятишки. Да, кстати, мухомор у меня есть, естественно. Консультации тоже вам будет, а не просто вот так. А, купил и давай сам на сам. Один блогер то сказал, другой блогер это. Третий сказал, что у него мухомор с горы Кайлас, собранный 10 девственницами. У меня, в принципе, тоже есть. Вот у меня знакомый есть железный человек. Он живет в болоте, охраняет болотную руду. Я ему металлолом приношу прям на берег, и он мне подболотный мухомор за это дает. Вот. Плюс еще я знаю места, где очень много концентрации мыши Иха, чудо в перьях, зверя Индрика. На его навозе тоже великолепно. На их навозе такие звери мистические, мои. А, вон он, кстати, побежал. О, бежит, бежит, бежит. Зверь Индрик. За камнями он же ими питается. Вот. Не увидели. Но это понятно. Телефон не передает. Да. И у меня вот такой вот мухомор тоже. Ну, в общем, короче говоря, шутку эту поняли, да? Мухомор, он и есть как бы, как мухомор. Вот. В целом. В целом. Давайте, удачи. Очень мало осталось.
Ну, хотел рыжиков позабирать, их уже кто-то, будущий однорукий, одноногий человек, срезал. Всем добра. Хорошо, я парень спокойный.